Вспоминали сегодня жертв Холокоста и в Польше. Тысячи людей со всего мира приняли участие в так называемом «марше живых» от Освенцима до концлагеря Биркенау, где состоялся траурный митинг. Шествие стартовало под воротами Освенцима со знаменитой и циничной надписью «Arbeit macht frei» – «Труд освобождает». Во время Второй мировой войны в Освенциме и Биркенау в газовых камерах в результате медицинских экспериментов от непосильного труда и болезни, от голода и холода погибли около 1,5 миллионов людей. «Марши живых» проводят в Польше с 1988 года. Свое название они получили как противопоставление маршам смерти, когда в конце войны нацисты прогнали в газовые камеры этим путем 750 тысяч узников, больше половины из которых были евреями. Сегодняшнее мероприятие является частью образовательной программы, в рамках которой сотни молодых людей из разных стран приезжают в Польшу для изучения истории Холокоста.